Фильмы о животных хороши во все времена и при любой власти. Особенно, когда это животное, будь то пес, лошадь или просто попугай, служат охране человеческого правопорядка. Казалось бы, в этом фильме главная роль принадлежит собаке. Прекрасная овчарка по вине своих прошлых хозяев попадает на службу в милицию. Она все делает правильно, служит, ловит воришек, мелких жуликов и даже спасает жизнь младшему лейтенанту милиции, роль которого исполняет Юрий Никулин. Но в этом кино наступает момент истины. Вдруг выясняется правда. Не Мухтар в фильме главный, а комиссар милиции, которого играет Крючков. Это он решает, усыпить, убить ли заслуженную милицейскую собаку, которая стала инвалидом после бандитского ранения, или оставить ее жить. Это в его руках жизнь или смерть доброго животного. И он решает оставить Мухтара в живых. А то, чего доброго, сегодня усыпим Мухтара, а завтра... Вот такое кино.